Здравствуйте. О погоде на следующую неделю расскажу сегодня я, Вита Ченцова. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем будет держаться на отметке от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ночью от плюс 2 до плюс 8 градусов. В субботу ожидается небольшой дождь. Скорость ветра составит от 2 до 4 метров в секунду. Желаю вам хорошей недели. Пока-пока.